странная хуйня какая-то, блядь. Час целый РТ прошло, блядь. Лук ханту ушел. 100 гп за лук, 100 за ноги. Я ему одной цифры накинул. Никто там не отстает. Флидринг. Бегу. Так, ранец. Спускаю. Военная, только на корабль поднял. Успел. Чего? Я говорю, успел еле. Я же видел, ранец. Что ты по карте бежишь. Я говорю, ты запустил, а я еле успел взять ранец. Так ранец-то... Пока не в бою можешь одеть. Пока не в бою одевается. Когда вот с тем кораблем поравняемся, тогда бой вешается. Тогда уже нельзя одеть. Ладно, ранец для слабых, на самом деле. И... Конечно, попробуй в прыжок. В смысле Бена забыть? Портанет сюда. Лапку и пристабаф обновить и инту. Не, его не портанет, он сидит в холмах. Я понял, но. Нормально так. Нормально. Че, мы с Фокс соревнуемся? Он еще рок на замене. Какой? Волопар. Волопар. Его давно не видел, кстати. Да ну нахуй, Вилаша убил. Прием! А как убил это? Гаситесь, гаситесь. Гаситесь, гаситесь. Как реснуть-то? А у меня КД нахуй. 40 секунд КД. Кого КД нету? Леха, прыгай, я здесь потанчу. Холидринка, хильте на нашем корабле. А кто сейчас танчит-то, блядь? Леха пошел туда. А я, блядь, не стою до него, слушай, такая проблема. Я сейчас наверх запрыгну. Как проебали-то вообще? Вы чё? Как проебали-то танка? Вы чё, блядь? Ты охуели? А чё, вы будете ружейников бить, они расстреливают, блядь? Или как? Ну и что, блядь, вообще? Ну давайте как-то играть, я хуй знает. Или что, блядь? Так, конечно, Лёха и в ДД танчится норм. Я знаю. Вам чтоб хилили. Блядь, знал бы я, что я его буду танчить, Тринку бы другого дела. Монетку, что ли? На уклонение. Не, клык с этого, с хрельмого. Сколько там на нем стаков? Еще стоишь? Да, стою еще. Да, еще говорите, зубы. 35 простою. Ну еще одну бабу, короче, и сматываемся. Эй, Юля, иди прыгай на тот корабль, меня легко. А, ну или так давай. Не хочет? Ты сейчас улетим? Пошли скинем. Давай. Потом гасите, уже до конца. Гасите. А, и Вилаша встала. Надо уходить, да. Все равно. Да, да, пошли, так. Пошли, конечно, скинем. Юля, беги. Уходите, уходите, все, уходите. Все, теперь я на этом корабле. Вилашу не проебите опять, ну. Панчо выключил. Все, все, можно лететь, пошли.
Вал, ты как умер? Как он умер, блядь? Ну его, наверное, откинуло снарядом. Возможно. Но я не уверен. Бегите с корабля. Тебя сейчас добьют уже. 30 тысяч. Что добьет? Ура! Так, сколько хилов не боязно оставить, нахуй? 5 или 4? Рики Пал, у тебя есть ретрик? Есть, у него ретрик. Сейчас. А сколько мы сюда хилили? Давай, сейчас покажешь ретрика, короче. Остальные в хилах оставайтесь. Там Ультрадру, Хэппал и Бурдаунт и Бедун. Покажешь ретрика. Подамаришь. Шалфир с этим с. Нет, за руку сойду. С хукмастером соберут шемы. Посмотрим, кому дальше делать. Надо подумать. Кто в мейнрейд ходит. Может кто-нибудь зайти в заклинание, папку заклинаний, в раздел общие. Да, а чё? У вас тоже багнулось, типа, окровавленный арканитовый жнец. Типа там шмотки, которые эти наследственные зудешки. Да, понимаю. Да, тоже так же. Там же написали, что поломалось, не знаю, по проблеме, там что делают. Ну, вроде исправили, они исчезли, короче. Это РШАМа вообще нужна эта хуйня, не? А вот что-то? Неплохая ТНК. Нормально. Ну, явно лучше, чем, блядь, глаз горла. Угу. Чем Актеридон. Ты на Сурка заходишь там? А кто вместо кого? Я бы за меня. Вместо кого? Мистер Хантер. Так, я что-то не видел, там надо было кому-то, нет? Ту хуйню. Суманите его. Че рыбу ебану. Ну, я если что здесь. Да, да. Пока кикну. Смотрите. Шкаф есть? Алло, бля, Абома. Бич стиллер. Бич стиллер. Ну а чё, если он реально бич-стиллер? Бич-стиллер как переводится, интересно. Но стил это сталь, типа, бич это бич. Нихуя, стиллер это вор. Ляжный. Хуй знает какой, блядь. Да такой, просто... Прощелыга мелкий. То есть баф и эту бабку обновили. Ну, Бен вор, всё, чё непонятного. Стил это украсть. Вот так, а стиллер-то это вот. Переводится. Стил еще и сталь есть. Все да, только пишется по-разному, Нюшка. Только там, да, по-другому пишется. Я себе, блядь, англичане, блядь. Ну, он либо пляжный воришка, либо пляжная сталь. Так что тут уже... Мне кажется, стиллер это просто пиздельщик. Он спиздельщик. Знаешь... Новое аниме «Стальной бич». Я понял, нах. Да, лучше б молчал. Сука. Это, если лича сегодня не успеем, нахуй, постарайтесь быть завтра, блять, то без проходок, блять. И тактику подбарахлите там все, блять, чтобы вообще, блять, чтобы... Под зубов отскакивал. Это что у нас будет тогда? Пиздец будет. Короче, насчет... Ночевать начнет. Сейчас на трэше перед чумкой насчет ульды расскажу. Насчет... Там еще не все в DC были.
насчет того, как мы будем решать, чтобы в начале недели на мог КЗС походить. Ну, я решение нашел, но это зависит напрямую от онлайна. В 16.00. Ты же сейчас все-таки на льду начало, не начало ставить? А на, так, это... на и так в начале. Не забываем, на этом боссе надо бить трэш. До того, как он вырастет, и желательно его убить. Если этого не сделать, он будет шотать людей, и мы упадем. Я буду смотреть дамаг в трэш. Заебало. Как это пофиксить, табличку эту, блять, пропустить нахуй? Говно ебаное. ЕПГП который? Я не знаю, вот сейчас вот выскакивает просто так, надо прочитать, что там написано. Это из-за какого-то аддона там хуйня ебаная. Отлить аддоны нахуй все, блять. Перезаход вроде помогает. Кто? Ну, перезайти в игру поможет. Потом попробую. Я, блядь, рога с новой тринки разогнал. Крутой. Не знаю. Ну, тринка неплохая. На мишку хочу. Мало ДПС у нас. 405 это мало. Угу. 415 показывает details. У меня 406 сейчас пока. Свято с 18 тысяч пока держит. На стресс 14 вообще кринж нахуй. Вот Арис на стресс. Пал тоже негодный в геру. Хуйня это, а не ДПС. Вот вместо них по 25 челиков поставить, вот это я понимаю, туда ДПС. Вот. Либо ждать, пока они оденутся. Не перегибай. Интересно, сколько это времени займет, пока они оденутся. Вы не дайте убить нас. С маной что-то решайте. Это там себе там есть. Ну, на экзекутке побольше стало, он 413 мне показывает. Давай ваше войско. Хуярим фул по боссу. 5 лямов. 4, 3, 2, 1. Что-то подвисло, пиздец.
Ну заскриньте. MadFox 16,5, блять, у меня 23. Shadow Knight молодец. Маги хорошо. Вот если у магов такой на роботе будет, 22-27. У которого ступит печеньку на ДКшне. Т4.3. Модификация ДБМ коры заблокирована при попытке выполнения действия. Иди нахуй. Я хочу ее забрать. Ты чё? Хочу ее забрать. Понял. Вань, как в ДБМ поставить общий ДПС? Что-то я потерялся маленько. Общий ДПС? Да, в Details. Полосы общие или куда там? Полосы... Дополнительно включить. Такс. Чума, да? Теплый плащ. А есть у меня такой? Нет, на аэродро. Сейчас ДПС скину. У меня 64-й. Так, у кого там чё? Кто у тебя DTLS показывает? 417? Не вижу, по-моему, сейчас. 422. Даже так? А чё у вас такие расхождения с тобой? Ну это эффективити таймер, я хз. Эффективность? Это если место надо было. Уступить к нам ещё на послот. Да, я могу уступить Лингрен. Войд потанчит, если чё. Эмма, я понял, нахуй. Буду очень благодарен. Сейчас зайду. Не, ну короче, это мне тут потерялось от 1 до 1000 ДПС у челиков просто. Ты чё, ДПС? Ну, я пытаюсь понять, чему у меня не... Это разные у нас это данные из ETL. Не, ну, кстати, зато у нас сколько у нас в прошлый раз? У нас вот 387 было у нас, или сколько у нас было? Да, 387. Или 300, что-то такое, ну... Имейте в виду, не дай бог, мы упадем сейчас на совете, тухлым, гнилом, из-за ну, любого косяка, просто, ну, я маленький ДПС поменяю, чтобы получше было. Или если хилы сейчас, ну, не знаю, как там Карбонара и... Ультрадру и Рикипал как будут хилить на этом, на тухлом, на том же, блять. В курсе, надеюсь, да, что за босс? Вот вы двое. И что к чему там? Когда танка хилите, когда рейд? Писанул в чат. О, ты же хил, да, получается? Ну, ладно. Я за ретрика в шмот. Ну, зачем там ретрика, там две шмотки есть очень интересные, которые нахуй никому не нет. Надо мне как-нибудь сходить, блять, своим палом нахуй на фу. Ага, колбу захотел, а? Да, ага. Который уже падает в КД. Не, ну нам она, кстати, часто падает. Выпадут шмотки на хила, не надо. У тебя в хенд есть ультрадру? Да, где-то в банке валяется. Опа, боёшка. Иди сюда. Ну, прошлый срок гер был 387. Плюс 30 тысяч. Так у Столарис, Андрес, так, а тот и ДПС. Ну еще Армс. Армс 4% физухи, так-то нихуево.
Ну и у нас не 7, не сколько, не 1, 2, 3, 4, не 5 человек по 15 дает. Ну там, ну вот, 3, сколько там, Рики, Пау, Арис и Настрес по 15 камер у них. У остальных вроде повыше было, не помню, сколько у них романтики было, вроде побольше, да? Че, вы скинули там скрин, сейчас я гляну. Некромантика 19, да? Да, есть он там. Ну вот, Мэтфокс еще, блядь. Сайт скинуть скрин. Слышь, Шогара? Ага. Право. Чего? Чего, направо, лево? Да, ответственно. Влево. По стандарту. Да все, все уже, наверное, трэш кончился. Я там группу лут ставил. Да, я зелень пособираю здесь. Ёбаный в рот, блять. Вы сейчас меняетесь или как? Или это только на проф? Я на весь квартал. Некромантики нету, блять. Все, я ТП делаю. Ставьте, а, некромантика отсутствует. А тебе шляхоколба не надо? Да зачем? Мне она не принципиально. У меня и так, как сказать, меткости нормально. К тому же я, ну как, дамажу очень редко. Если в обычке 25-ки делали КВ, в целом в 25 гержи нету, да? Нет. А что у тебя такое, Рики Пал? Так, сколько это? Нихуя себе. Сколько боссов мы убили? 4? Нормальное начало. Вот Фокс в хила. Призм больше дает. Арис, а у тебя что так мало дамага? Что там, хант не может больше дать, или ты одет хуёво? 15к, блядь. Сурвы? Он сурв. И одет еще хуёво. Тринки говно, пиздец. А ты 4 есть? Есть. 45-я, да? И 60-я. Один кусок, два куска есть. А чё, другой спек можешь какой сделать, что, блядь, хуйня какая-то, не дамаг? Ну, БМ попробую, конечно, сделать. Делай, что-нибудь делай, потому что надо хотя бы 20-ку, а то это хуйня бесполезная. Зато вообще. Приборка надо подождать. Ну да. Ну, там ханта все три спека поменялись. Так-то еще надо ждать реворка. Летите сами, короче, ну, сюда. Лока нету, летите. Эй, я тут? Лети тоже. Что, уже меняете кого-то? Давай тоже лети в целка, блять. Нихуя, Рома, тебе дали подамажик. Я сам офигел. Я планировал на Синдри зайти. Ну вот сейчас зайдешь. Это за все мои сегодняшние мучения. И в чем фишка сурва? Придет там, посмотрим. Ой, блядь, ты тела просто нету в инсте. Привязан, кстати, не на месте. От слова совсем. Yeah.
Сука, Бен, блядь. Покурил пыль, блядь, из-под комода. Вот и фрик-склад подъехал. Ультрадру, заебал, травму отдашь? Мне нужнее. Пошел ты, блядь. Вот это классное общение. Я тебя с планеты тогда удалю. Нихуя. Адрес дать. Дать. Уйси, блядь. Нахуй мне адрес, блядь. Я через ком, блядь, вирусом поражу, блядь. Просто, бля, из монитора кулак такой вылез. Ты, блядь, от своего компа вирус от Тайзи заебал, блядь. Вечно нахуй что-то ломается. Вечно 2 FPS. Короче, нахуй. Рики Пал это, ну, сомнительная хуйня. Не знаю, что у него там за АФК. Александр Универсал, блядь. Но проходка минус, нахуй. Надо кого-то искать, кого-то хэпал. Не, ну поставить. Почему? Проходка у него есть одна в ЗС-ку. Хуёво, некромантика, что ты отходил. Не знаю, начинать за это ГП давать, нет? Вот мы ждем, пока люди добегут. У тебя в правилах написано, на твое усмотрение. Да жалко, за, нахуй, придут, придут, потом ливнут еще с гильдии. Ты хоть куда пиши... Хочешь, просто надо предупреждать. Хоть пишите в диск, когда вы отходите, блядь. Ну, если что-то... в игровой чат, блядь. Если что-то... Если... Ну, игровой чат прокрутиться может, нахуй. Может вылететь с игры, и ты не увидишь, блядь, кто что писал. Ну, да хуя люди увидят, а в Дискорде, типа... В Дискорде, наоборот, все увидят. А вот в игре могут и не увидеть. Я вот не вижу. Я вообще не смотрю нихуя в этом. Короче, ты или пиши, ну, если это что-то серьезное было, то ладно, блядь. А так, ну, это хуета какая-то, блядь. Ладно, пока бьем так. Ну, это на пул на войда. Ну так-то лук нужен нахуй в рейде, блять. Кого убрать, не знаю, Ариса что ли? С него толку не будет. У него проходки нет. Так и нахуй ему проходка, с него толку, блять, не будет, я объясняю. Ну одно залутал. Ну как будто не понимаете... Геро может. Да, Геро. Вы как будто не понимаете, как по какому принципу рейды собираются. Чё я, блядь, 15 бичам сделаю проходку, приду потом в ОКЗ. Под левую ногу лить. Будет вайб, блядь. Вот вы ловите пельмени за Ханыч на стресс Святос. Хукмастер, Хулидринг. Вообще пиздец. Минус куча ДПС. Блять, а что там вообще, хил есть по танку или что, или вы цепухи кастуете, сука, бидон. Друиды тоже, ну, танк упадет, рейд упадет, блять. Рейд успеете поднять. Мордаун, блять, тоже где исповедь меня, блять. Даю, по КД. Вот 10% стою, бля, хуеваю, блять. Вот сейчас в два стака он вдохнул, хуйни, он еще больнее будет бить по мне. Сейчас рейд вообще крохи получает. Вы же это вкуриваете? Короче, Рики Пал, Эрис минус, нахуй. Сейчас пойдут, нахуй, нормальные люди, блядь, дальше. ВП Хан сейчас зайдешь, блядь. И кто да, там? Блядь. Сейчас зайдешь вместо Ариса. Сегодня... Я и так здесь, блядь, куда ты меня хочешь? А, блядь, наебал, нахуй. Еще раз в рейд зайдешь. Я въебался. Зайди и выйди. Я ёбнутый компота наебнул, блядь, перед рейдом. Заебал, да не пил я компот. А кто есть еще на замене? Ну-ка, сейчас я гляну. Я компот, наверное, бродил, да? Вот, некромантика. Рарник. Так, рарник еще. В замене есть кому.
На стрессу тоже лич, по сути, нахуй не нужен, но он не даст нихуя на этом, на роботе. Так, так-то можно сделать для галочки, но толку все равно не будет. Ладно, посмотрим ближе к личу там. Не, пусть будет проход. Ой. Стоп, он. Сейчас в коте побью, короче. Мардаун, блядь! Спасибо. Я тебя хилю не ссы. Под босса, на нахуй. Под поп сбегаемся. Я думаю, надо сбежаться. Да добьют, да берсы. Дидон, ставь тотем скорее. Поставил. Не проебите ее нашу, блядь, хилы. Под правую ногу все ушли быстро. Мы там и стоим. Чё ты, блядь? По центру босса падает. О, надо Валафару этот. Лич нахуй. Вот ему проходку бы сделать. А сейчас в четверг, в пятницу реворк выкатят. И вот тогда будет видно. А, уже в этот четверг будет, да? Ну, вроде как, четверг, пятница, да. Да, но я слышал в конце февраля. Этот Кусака забагался. Ебать, его флексил сейчас полчаса. Чуть-чуть нормально сейчас он пойдет. Ему просто... Султан, ты можешь так не кричи, я там... Так, давай, это Арис, это все, короче, ну... Это, ну, хуйня какая-то, давай потом как-нибудь... Некромантика, иди в рейд. Вот тебе опять боссов. Портал дайте тогда. Тебя подбарахлить надо посерьезнее как-то. Спек и как-то посидеть, ну, чтобы, блядь, ну... Там надо спек посмотреть, может, что со спеком. В общем, что-то, что-то надо сделать, короче, потому что это самое... Где там ДПС на боссах? Вот. А, МВП-ханта не было на сурке, нахуй. Ты сколько, двадцатку же даешь? Не, громан, ну, сюда. Последний раз больше давал на сурке. 21 там что-то с копьем было вроде. Так, и это в рейд, кто он там? Ну, я БМ, а он в сурве, я не буду... Некромантика, залетай в инстиди. Это хуйня, кровь надо кому-то? Кто там квест брал? Ну, Тролд брал квест. А у тебя чё, Мордаунд? Ну, у тебя... Ну, не... Нет, мне не надо как бы, мне не в приоре. Всё, есть, идите не, в жопу. Не. Блять. Хм, ты получил квест. Я же нет. Могу передать её, да? Не знаю. Нет. Если ты получил квестовый итем, него... ты уже не можешь передать. У него не было, у этого. Кровь ты не можешь передать. Все, другой раз, значит, лутанет. Ты все там, да, давай я тут пособираю. Призн, тебе эта хуйня надо? Ты че, Холидрин? Случайно написал. Не. Так. У нас же есть шкаф в рейде? Нема. Шкаф бежит. Так, Арис, все. Шкаф пути. Шкаф пути. Да, я зелень заберу. Какую? А портал, блядь, не судьба поставить просто? Просто быстренько это тэпнуть в этот, в Долоран камень сидел на шее. Что поставить? Портал он просит Долоран. А. Что это за глаз огненный? Тролл, ты кастани, блядь, другой это. Давай, или еще я в слот стороне стою. Он сзади тебя, Арис. В Долоран. Так я его спать и кикну.
Сейчас Бен вон заскамит нахуй. Бен не заскамит, он уже не умеет скамить. Он если, там, в боку. Он если не вреди, ему ничего не кинется. Это... Блять, зачем ты выстекнул нахуй? Он уже все или вылетел, че хуй знает. Заебись, а он это говорит, блядь, пиздата. Че пиздата? Я говорю, заебись вы, конечно, делаете, блядь. Один маг поставил порт в седые холмы, блядь. Я даже знаю, кто. Так а ты их все равно не смог заюзать. Они же, это, ты же когда с рейда уходишь, там не работают тыкать на портал. Так какая разница, портал в седые холмы? Звездочка. Заходишь и опиздюливаешься, да? Звездочка, Вадикон, МВП Хант. Кружок. Будет Shadow Knight и Бен Стиллер. Ромбик. Пожалуйста. Что-то у нас РДД мало, нахуй. Эх, Войд, бедный. Кто на до сих пор метки ставит. А чё? Мне кажется, уже должны выучить были. Этот, сука, кто там остался? Shadow Knight и Бенстиллер в кружке, Вадикон и МВП Хант в звезде, в ромбике, короче, Тролдея и Эя. А где Варахель, блядь? А, он напали, блядь. Хукмастер в танка, спекайся. Кто-то поставил банж, да, кажется? Так, и в треугольнике, короче, Некромантика и я буду стоять. Сумоните вардаунта. Ты хилить не будешь, я займу твое место. Я ищу на боссе. Не знаю. Хукмастер на боссе, я еще пускай этих водит. Скурман так долго ресается, блядь. Еба, уже 2 часа прошло. Пиздец. Это все из-за вайпов. Да не только, и собирались долго.